апреля 2021 года на территории муниципального образования город Березники Пермского края реализуется муниципальная программа «Привлечение и сохранение врачебных кадров». Программа по привлечению врачебных кадров уже давно работает в нашем городе, но время не стоит на месте. Новые реалии привели к тому, что народные избранники в этом году согласовали основные параметры новой программы, которая уже действует в Березниках. Теперь к поиску врачей остро дефицитных специальностей добавились и другие задачи. Речь идет о возмещении части затрат по уплате процентов на приобретение жилья. На сегодня два врача уже подали заявки. В программу также добавили и поиск специалистов в фельдшерско-акушерские пункты. Мы привлекли 3 врача. Одного врача-офтальмолога, которая получила единовременную денежную выплату в размере 1 миллион рублей. Одного врача-травматолога-ортопеда, ему уже предоставлено служебное жилое помещение, как вновь прибывшему и трудоустроившемуся в государственное бюджетное учреждение имени больницы имени Вагнера. Также у нас привлечен один врач-патологоанатом. При этом представители администрации озвучили список специалистов, в которых остро нуждается краевая больница. Некоторые профессии вызвали вопросы у депутатов, однако ответа на них получить не удалось. Представителей медицинского учреждения на заседании не было. Мы не можем получить ответы на все вопросы. Про то же самое остродефицитное. То есть у нас самый остродефицит – это патологоанатом? Нет, почему есть? Ну, вы знаете, вот я слышала, что уже одного привлекли, и услышала, что в ближайшей перспективе еще один. Живым-то тоже хочется внимание уделить немножко. Программа планомерно разрешает кадровый голод. Пока что из 10 запланированных специалистов в больницу пришли только 3 врача. Сошлись во мнении, что подобные вопросы нужно решать вместе с представителями больницы. Вот по поиску медицинских кадров ведется активно, но учитывая, что данный дефицит, он не только проблема Березников, но и страны, наверное, в целом, это сложно. И мы очень надеемся, что наша программа по привлечению медицинских кадров, она вложит свой кирпичик в создание такого крепкого фундамента по восстановлению и укреплению системы здравоохранения в городе Березники. Елена Силакова, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.